да, в иллюминаторе. Специально подбирал под цвет Т-40 в очень хорошем состоянии. Всем привет! Как вы уже поняли по упавшему на вас диску от Т-40, сегодня мы начинаем серию с трактором Т-40. Сняли колесико. Многие из вас напишут, что можно было это сделать не снимая, но мы уже пробовали его отбивать, и у нас не получается его отбить на месте здесь. Поэтому проехать на нем мы тоже не можем, потому что оно попревшее, и если мы начнем на нем ехать, ему будет кирдык. А это что это такое, Леша? Сено. Это лето. Давай нормально. Ну держу, попробую, держу. Чихо. А выключатель далеко взял, далеко. Ну все, победили. Монтажки у нас слабенькие, конечно. Вот, поэтому проблема. Машины не слабенькие, а монтажки слабенькие. Да. Надо закупать инструмент. Это вообще, тут все поприкорело. Камера к диску прикорела, в общем, это что-то с чем-то. Колесо надо. Вот. Встань на диска. Ой. А чуть тяни, я что-то поднял, чуть-чуть тяни. Он не тянется. Рывок ходи, ушли, беда. Нету сил. Папа, давай. Давай. Фу. Бля, я уже не чувствую ни рук, ни ног. Вот это тренировки. Дима, почему ты не ходишь в тренажерку? Мама. Я там каждый день. Так, вот наше отверстие в камере. Заклеили у соседей. Все нормально. Сейчас будем собирать колесо. Попросим волшебную фею, и она нам сделает одним щелчком пальца. Ну вот, колесо и готово.
Все отлично накачалось, немного большое давление, чуть подспустим позже. Пришлось потрудиться, не спорим, но фее огромное спасибо. Сейчас предстоит установка. Ставим каток. Чистить здесь не будем, все равно по грязи ездить. Что страшно, уже летом потом помою. Ну что ж, колесико поставили. Красота. Сейчас наведем здесь порядок, соберем эти доски. Вот, потому что у нас здесь подрастаяло, выглядит все некрасиво. И будем пробовать запустить аппарата. Друзья, выручает, как обычно, Урал. Пришлось снимать с Урала аккумулятор. Будем пробовать запускать. Оживлять Т-40. Стоит он уже давно. Месяца 4 точно. Последнее видео тогда было, когда мы ездили. Вот. Месяца 4 точно. Ты готов? Сцепление выжил? Да. Ну, давай, я буду кричать, когда втыркиваю ему это. Итак, попытка номер 2. Аккумулятор Bosch гелевый. Здесь нам повезет. Давай, Т-40, не подведи. Ты готов, Лёшка? Раз, пол. Дурил всю голову. Масса. Очень шумный трактор. Сейчас мы проведем ему небольшие работы. В первую очередь зальем масло в бортовые, в передние. Так, откручиваем заливную пробку. Сливные я уже откручивал, сливал. Вот эта контролька, сейчас ее тоже выкрутим, а это заливное. Скорее всего так.
Так что, Лёш, выкручивай здесь. С этой стороны то же самое. Юра, привет. Привет. Вот здесь контролька, а здесь заливное. Мосту свежее. Осталось только в бортовые подкинуть. Зажимаем сливную пробку. Здесь, конечно, подлезть, но ужасно просто. Колесо снимать надо, вот в чем беда. Вот здесь она находится, видите, вот. А, вот так удобно, нормально. Сейчас зажмем. И будем заливать жижу. Заливаем маслице. Туго идет, Леш? Ну. Ой, значит, хорошее масло, вкусное. Как мед. Сзади в бортовых и в заднем мосту я проверил масло. То есть там все в норме. В коробке тоже в норме. Я тогда еще перед зимой. Я знал, что, возможно, замерзнет это все дело. Поэтому я слил, все сделал. Но руки, к сожалению, дошли только сейчас. До нашего Т-40. Трактор прикольный. Друзья, Дик нам помогает работать. А что ты делаешь, Дик? Тебе заняться нечем. Дик, Дик. Дик. Я ж тебя снимаю. Скажи привет всем. Пришел, лежит у нас. Ну, бандит. Бандик. Так, делаем проводку на стартер. Вот нашли уже провод, который идет с релюшки. Также нашли на температуру. Масло вот здесь он стоит, датчик. Сейчас будем подсоединять. В общем, потихоньку, помаленьку занимаемся проводкой. Также свечу сделали. Свеча работает накала. В общем, Т-40 потихоньку оживает. Ну и запуск. Первый запуск с ключа, да? Ты готов? Давай. Запуск. Массу надо включить. Ё-моё. Да что это там? Опа. Так, погнали. Ура! Ну заводится плохо. Ну он холодный, ё-моё. Что он заводит? Просто включена гидравлика. Да. Гидравлика включена. Посмотри, работает.
кнопку нажми. Блокировочку нажми. Во, крутите, на видите, где это Давай вперед, блокировочку пробуй. Нет, потихоньку, назад, давай. Она назад идет. Вперед будет беда. Нормально. Отрегулируй хвосты. А он не держит. Маленькие не держит, а держит только такие повыше. Но. Чуть он уже задолбал. Кстати, работает ли масло температура? Не. Не работает? Вроде как не. Ну, не факт, что он нагрелся еще до тех же 40. Ну да, масло все-таки должно нагреваться. Так. Ну, давление все в норме. Воздух 4. Воздух. 4 он накачал. Ну, мне так жарко уже стало, повозились немного. Но блокировка, блин, видишь, ну, глючит. Вырубаю. Вот когда ты сцепление так упускаешь, колесо дернется, и все, выключается. И выключается. Ну, не знаю, может, ребят, кто знает причину, напишите. Ну, во-первых, я, получается, педаль блокировки жму, ну, просто уже туда, настолько вниз, что просто ужас. Ну, плюс сейчас очень холодно, все это настывшее. Ну, там, может, и из-за этого тоже не совсем правильно работать. Давай попробуем завести его. Давай. Ну-ка. Компрессорная тема, да? Ну да, нормально. Вот видишь? Вот он не работает. Ну, вот типа такого. Нету стабильных. Вот так он будет стабильно работать, но это большие обороты.
стоя получше. Сядь проедь, я знаю, ты хочешь. Конечно, это не снег для этого трактора. Тормозит только одно колесо, тоже нужно разбираться. Очень удобно в Т-40 пользоваться реверсом, то есть ты вперед-назад. Классная тема. Ну, кстати, вот он, если медленно ехать, ему тяжело проехать канаву, именно вот в натяг. Реально тяжело. Перед тоже поздно подключается. Вот сейчас сможет и не... Не, ну пошел. Сейчас Леша сюда переедет. Эффект реверса, друзья, реверс. Чуть-чуть назад, потом вперед, бах, и пошел. Все, выдвигаемся на базу. Я думаю, уже достаточно покатушек. Блин, это реально тема. Просто реверс, это реально классно, тема. Да? Да. Ну, вот сейчас ты его ехал. Реализовал, да. Просто жесть. Я просто не успевал бы передать, друг, так реверсом в кляпе пошел. Все, друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Вам хороших людей на жизненном пути. Всего наилучшего и пока. Пока.